А сейчас у нас будет классное упражнение, которое называется «Обнимашки». То, что мы дарим, то, что мы отдаем этому миру, то и возвращается к нам. И сейчас нам нужно будет подойти друг к другу и внимательно посмотреть в глаза. Внимательно смотрим в глаза. Обняли друг друга, покачались, поприветствовали, посмеялись и побежали, нашли другого человека. И кого мы поймали? Смотрим в глазки, хорошую золотую рыбку поймали. Вот какие у него глазки красивые, обняли. Пожелали ему мира, добра, поделились своей доброй энергией. И побежали дальше, побежали. Кого мы сейчас поймали? Вот кого мы поймали! Ух ты! Посмотрели внимательно глазки. Ой, какой классный! И еще побежали. Кого мы поймали? Вот кого мы поймали. А какого цвета у него глаза? А какой у них разрез? Какие красивые, лучезарные. И побежали дальше. Опа! Кто это? Обнялись! Обнимашки. Любви друг другу желаем, энергии, здоровья. Смотрим внимательно. Вот он человек, мироздание, творение Божье. Посылайте любовь, посылайте добро. А теперь по два, по три человека бегаем, обнимаем друг друга, любим. Ух! И я вас, и большой у нас такой вот... Как снежный ком, такой огромный ком любви, такое огромное-огромное сердце. Обнялись все, мы слушаем сердцебиение. Мы делимся теплом души. Мы дарим свою любовь. Мы чувствуем друг другу признательность. А, молодцы, вдох. Такой лебедь. Фух, выдох. Что вы сейчас чувствуете друг другу? Здорово! Самое лучшее, самое теплое чувство. И наша считалочка. Ко-ко, ха-ха-ха. Ко-ко, ха-ха-ха. Ко-ко, ха-ха-ха. Yes! Хорошо. Да! Добрый день, лучший день. Да!